Здравствуйте, ребята! Послушайте стишок. Звонко капают капели возле нашего окна. Птицы весело запели. В гости Пасха к нам пришла. Пасха – это весенний праздник. Это праздник любви, мира и светлой жизни. Праздник Пасхи продолжается целую неделю и называется пасхальный, светлый. Люди радуют своих близких, ходят к друг другу в гости, веселятся, готовят праздничные угощения, пекут куличи, красят яйца. На Пасху принято красить яйца, ведь они являются символом этого светлого праздника и обязательно должны присутствовать на праздничном столе. А еще яичко – это символ новой жизни, потому что из него появляется новая жизнь, из него вылупляется цыпленок. А также на Пасху происходят чудеса, даже солнышко радуется этому празднику. Ребята, давайте с вами немножко поиграем. Давайте посчитаем яички. 1, 2, 3, 4, 5. Сколько яичек? 5. Много. А давайте теперь посчитаем зайчиков. 1, 2, 3, 4, 5. Сколько зайчиков? 5. Много. Ребята, а здесь нам нужно соединить одинаковые яйца. Посмотрите. Видите яичко? Давайте найдем такое же. Соединим их. Вот, посмотрите. 2 одинаковых яичка. Нашли. Давайте дальше. Вот это давайте яичко искать. Вот оно, правильно. Теперь вот это. Смотрим внимательно. Вот оно, нашлось. А теперь вот это яичко давайте найдем. Вот, нашли, молодцы. А вот это яичко найдем? Смотрите внимательно. Где оно? Вот, правильно. И последнее яичко. Где такое же яичко? Вот оно. Молодцы, нашли. Ребята, посмотрите на картинку. Кто это у нас здесь нарисован? Зайчик. Сколько зайчиков? 1. А теперь давайте посчитаем яички. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Сколько яичков? 5. Много. Зайчик. 1, а яичек 5, много. Молодцы, ребята. Светит солнце золотое, в доме запах куличей. С Пасхой, радости, здоровья и счастливых ясных дней.